живет на земле, он мертв. Его дух мертв, он раб дьявола, он мертв. Во-первых, он был мертв, и во-вторых, он потерян. Смотрите, 26 стих написано. Ибо, 24 стих. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропал и нашелся. Он пропал, был пропавший. Знаете, один ребенок, ему было 4 годика, просто вышел из дома, а там река была. И родители не заметили, как он, но заметили, что его нету дома. И начали быстро искать его. Я хотел спросить, кто больше беспокоился? Мальчик маленький, что он не мог найти домой путь, или родители? Родители, конечно, больше. Во-первых, родители, потому что мальчик, он еще не понял, что он потерянный, что он потерялся. Родители начали его искать, потому что родители поняли, он потерялся. И быстро его нашли, понимаете? Кто больше беспокоился? Отец, родители. А вот человек, который живет во грехе, он еще не понимает, что ему нужно покаяться. Он еще не понимает, куда он идет. А Бог Отец знает, что есть рай и ад. Ему нужно быстро покаяться. Его нужно быстро найти и вернуть обратно домой. Понимаете? Слово Божие говорит, что Евреи 3 глава 7 стиха, что если ты сегодня услышишь Слово Божие, не оставь на завтра. Дьявол может накормить тебя завтраками. Завтра приди в церковь. Завтра может не быть. Вот смотрите, я этот человек, который сказал завтра, его больше нет. Многие приходят в церковь.